Салем Достар, Бул Каштанов, Менен Каштанов реакшн канала Макош, Кельдинсдер. И сегодня у нас будет реакция на фильм под названием «Уцелевший». Ребята, я записываю этот фильм для моей странички на платформе Boosty, ссылка в описании, переходите, подписывайтесь, туда я постоянно загружаю реакции на различные фильмы, сериалы и даже на аниме, в общем, на все то, что блокирует YouTube. Также подписывайтесь, ребята, на мой телеграм-канал. Там мы разыгрываем 10 подписок вот на это самое Boosty, да, в честь 100 тысяч подписчиков на ютубе, которые чуть ли не с минуты на минуту должны на канале появиться. Так что, ребята, пока еще не поздно, подписываемся на телеграм-канал, участвуем в розыгрыше на ютубе, конечно же, и на Boosty, ребята. Три площадки, куда вам стоит подписаться, чтобы быть полностью в курсе всех дел, которые происходят вокруг канала Каштанов реакшн. Ребята, на Boosty очень много реакций на полнометражные фильмы. Фильмы преимущественно казахстанского производства, но мы потихонечку начинаем все это чередовать с голливудскими фильмами. И вот один из них — это как раз таки «Уцелевший». Так что, ребята, как говорится, долго не будем разговаривать. Ехала! Сам не знаю, что меня здесь ждет. Надеюсь, что-то интересное, конечно же. Ну да, ребята, как бы концовка многое поменяла, расставила на свои места. Фильм основан на реальных событиях, да, но он, конечно же, очень знатно приукрашен, что называется. И поэтому меня вот этот вот скепсис вызывал, какие-то шуточки выдавал, да. Но если от этого всего абстрагироваться, то, конечно же, мужчины очень храбрые, смелые, профессионалы своего дела, и только один из них выжил, да. Конечно, все нам показали, это художественный вымысел, основан на реальных событиях, но факт-то факт, то, что это все было, и один из них чудом остался жив. Как я уже сказал, этот фильм прям такой явно для поднятия боевого духа, патриотизма, но, наверное, это больше для внутреннего рынка Америки, для американского зрителя, потому что вот смотришь, вот особенно вот эти в конце кадры, да, когда показывали вот этих, то, что это основано на реальных событиях, вот эти вот офицеры, которых сейчас нет в живых, вроде бы, ну, понимаешь, ну, это солдаты другой армии, как бы, ну, нам до этого вообще дела нету. Есть дело только, в принципе, до человеческого подвига, и дело тут уже не в нации, а вообще на что способен человек, как личность, как индивидуум. Ну, понравилось, как снимали, я, наверное, раз 15 уже на протяжении всей серии это сказал. Понравилось сама, ну, качество съемки, экшен. Ну, американцы всегда этим славятся. Это тут как бы вопросов нету. Идея, да, ребята, тоже я по ходу всего фильма это тоже проговорил. Не помню, там где-то в середине, по-моему, то, что они сделали выбор, оставили старика, считай, практически двоих детей, один старше, другой вообще ребенок был, в живых. И поплатили за это, да, цену. То есть они заплатили очень высокую цену, практически все жизнь свои отдали, только за то, что, по сути дела, они остались людьми, не подонками, которые не убивают людей детей, стариков. Если это были бы мужчины взрослые, да, то, ну, наверное, скорее всего, как бы война у них там идет в Афганистане. Но они касаемо детей все-таки поступили по-человечески и, опять же, заплатили за это очень большую цену. Наверное, вот так вот думаешь, да, режиссеры именно в это вложили, этот смысл вложили в фильм. Но это же не режиссеры вложили, да, по сути дела. Это жизнь, сценарий написала. Кстати, вот интересно, если это все основано на реальных событиях, неужели были эти же дети в начале? Вот этот старик? Или же просто они попали в засаду? Ну, это, конечно, нам, наверное, уже никто не расскажет. Но если еще это и так было, то тут вообще... Да, как говорится, ни один режиссер не придумает то, что сочинит сама жизнь, случай. Ну, в принципе, наверное, все здесь, ребят. Это моя реакция. Да, и опять же, я прям вот чувствую, понимаю, что был сильный скепсис с моей стороны, но вот то, что это оказывается все на реальных событиях, все-таки многое поменяло. Опять же, говорю сейчас не про нации, не про американцев там или еще конкретно, да, а про личность, на что человек способен выжить, да, выжить в любых условиях, лишь бы выжить. Ну и как бы в критической ситуации оставаться человеком. Все. Так, ребята, наверное, по этому видео у меня все. Пишите комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на канал, кто еще не подписался. Всем удачи, пока!